16-летний Азар Махмуд испытывает непрерывную боль. Он перенес 6 операций, но врачи так и не сумели восстановить раздробленные кости его левой ступни. Каждый шаг становится жестоким напоминанием пережитой им год назад трагедии. Мне очень не хватает моих одноклассников, и теракт по-прежнему не блекнет в памяти. Я пугаюсь при виде любого беспорядка. В ходе нападения боевиков Талибана на школу для детей военных в Пешаваре 16 декабря 2014 года Азар получил по крайней мере 8 ранений и среди других был спешно доставлен в больницу. Этот теракт стал одним из наиболее кровавых в Пакистане. В общей сложности погибли 122 ученика, главным образом мальчики. Самой юной жертве теракта и единственной погибшей девочке было всего 6 лет. При нападении погибли 22 сотрудника школы, в том числе и директор. Когда началась стрельба, все школьники сбежались ко мне, как цыплята к курице. Но я был совершенно беспомощен. В то время, когда начался теракт, Зульфикар Ахмат вел урок математики. Год спустя пулевые ранения на его руке так и не зажили, а душевные раны не затянутся никогда. На его глазах были убиты более дюжины учеников. Я вспоминаю их по нескольку раз в день, эти лица. Мы были вместе. Они были как мои родные дети. Они попадали на моих глазах. Мне их очень не хватает. Я глубоко страдаю. Теракт начался в 10:30 утра. По крайней мере, 6 боевиков движения «Талибан», переодетые в военную форму, собрались у черного хода школы. В качестве отвлекающего маневра они взорвали свой белый микроавтобус. Затем они перелезли через стену на территорию школы. Далее боевики разделились на 2 группы. Одна совершила нападение на классы, другая ворвалась в актовый зал, где проходил урок по оказанию первой помощи. Более 100 школьников были убиты в актовом зале. Я знал, что не могу выбежать назад из актового зала, потому что там находились боевики. Поэтому я побежал вперед. В меня попали 2 пули. Раненый, я упал. Много народу скопилось около сцены. К этому времени террористы продвинулись вперед. Они стреляли в тех, кто был еще жив. 3-я пуля попала мне в руку. Прежде чем погибнуть в перестрелке с пакистанским спецназом, террористам удалось убить сотрудников, находившихся в кабинетах администрации школы. Представитель Талибана оправдал нападение на школу для детей военных, назвав его местью за наступление пакистанской армии на силы Талибана в Северном Вазиристане. 2 сыновей Фалак Насдурани погибли в теракте. Она никогда не забудет, как обнаружила тело своего младшего, 14-летнего сына Сейфулы, в больничном морге. Ему прострелили сердце. Больше на нем не было ни царапинки. Я стояла и кричала. Развернутая пакистанским правительством после теракта кампания, направленная на уничтожение Талибана, не в состоянии облегчить страдания семьи Дуррани. Глава семьи Тахсинулла Дуррани продолжает винить школу в недостаточной охране. Виновато школьное руководство. Наши дети погибли из-за их безответственности. Тем временем Азар Махмуд более озабочен своим здоровьем. Доктора сказали, что не в состоянии ему помочь. Ранения и боль отражаются на его оценках. Сейчас мне предстоит еще один экзамен. Посмотрим, что я получу. Так или иначе, но Азар стремится к выздоровлению. Несмотря на трагедию, которую довелось пережить и ему, и многим другим, он хочет вернуться к нормальной жизни.